Мужчина, вот такие ручки пришли сегодня. В мужском маникюре опил делаем по линии улыбки. Далее отодвигаем кутикулу, но помним, здесь никакого глубокого кармана. Берем фрезу с тупым концом пламя, желтой насечкой. Вначале прорабатываем левую сторону на форварде, далее на реверсе правую сторону на 15-17 тысячах оборотов. Срез будем выполнять ножницами. Обратим внимание на захват ножниц. Для среза без заусенцев полотно ножниц заводим под кутикулу и выполняем срез под углом 90 градусов. Для того, чтобы закрыть срез, руку клиента переворачиваем на бочок. Шлифуем ногтевую пластину. Далее шлифуем боковые валики и кутикулу. После чего влажной салфеткой убираем всю пыль. Ну а теперь выполняем вторую шлифовку, но теперь уже по маслу. Любуемся на конечный результат.